В России стартовали отборочные соревнования на WorldSkills Russia. Они проходят на площадках колледжей и специализированных центров. Всего в отборочных соревнованиях принимают участие 48 регионов. Среди них Московский, Томский, Санкт-Петербургский, Калининградский, Липецкий и Рязанский. Наш город представляет Игорь Васин, который учится на третьем курсе по направлению сварочное производство в колледже электроники. Наш участник должен выполнить в течение 4 часов. Он должен изготовить 4 детали сварить. Это кольцевой шов трубы, горизонтальный шов в вертикальном положении, вертикальный шов пластина металлическая и тавровый шов. Отборочные соревнования – важное событие для всех регионов, участвующих в движении WorldSkills. По их итогам формируется состав участников финала национального чемпионата. На чемпионате WorldSkills участники варят изделия очень сложные. Эти изделия обязательно проходят испытания, испытываются вот таким насосом. Все должно быть герметично, накачивается большое давление, накачивается и создается давление, и ни один шов не должен дать течь. Игорь Васин, участник отборочных соревнований, рассказал, что мечтает попасть на чемпионат WorldSkills Russia. Сложности были трубу варить, как бы очень неудобно под 45 градусов, а пластины не очень, но сложно. Но я с ними справился довольно-таки, думаю, хорошо. Чемпионат WorldSkills Russia состоится в Кемерово 9 сентября. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».